Получается так, что в этой ситуации Европа будет платить. Каким образом Европа может на это платить? Во-первых, переформатирование НАТО. НАТО останется как военный союз, но он будет приобретать пассивную форму. Это уже не будет договор типа «слушайте Соединенных Штатов, да, и получаете за это обеспечение своих, скажем, логистических путей», а это будет работать как фирма. Если хотите защиты, вы должны платить. Просто налог. Это будет бизнес, да, система, в которой безопасность будет связана с готовностью создавать Соединенным Штатам ренту за безопасность. Более или менее так. Но настоящая безопасность будет построена на конструкциях двухсторонних. Здесь аргумент дополнительный. Трамп любитель двухсторонних соглашений. Никаких боков. Напоминаю, помнишь, Обама создал организацию стран вокруг Китая. Трамп сказал, что слишком жирно, распустил, да, и на основе двухсторонних соглашений добился того же самого намного более эффективным образом. То же самое будет здесь. И кажется, что есть сегодня потенциал для блока стран, в которых Польша, Украина просто защищая свое существование, свой суверенитет, как самые заинтересованные, потому что когда борешься за собственное выживание, ты заставлен сохранять лояльность, в отличие от тех, которые не боятся твоих врагов. Германия не боялась России и играла вместе с Путиным на выдворение Соединенных Штатов. Польша и Украина этого никогда не сделает. Почему? Потому что это было бы самоубийством. Поэтому самый логичный здесь, самая логическая конструкция, это конструкция укрепления Межморья и создания вместе со Скандинавией, с Балтийскими странами, Великобритания, вот этого типа конструкция. Так как я написал в этой статье, самый слабый элемент этой конструкции это Украина. Это неорганизованность, отсутствие реформы, да, страна, в которой система поддерживается, воровская система поддерживается коалицией предателей, воров и идиотов. Просто, но если это поменять, тогда это самая сильная конструкция. Скажу так еще, что не верю в то, чтобы мирового полицейского, да, в каком-то квартале затюкали. Этого не будет, будет наоборот. Так что здесь я оптимист.